Сегодня мы будем провожать вместе с вами 730-й рейс и 2-миллионного пассажира. Начиная с 1 января 2015 года и вот до сегодняшнего дня мы уже перевезли 2 миллиона жителей нашей страны по разным городам, не только России, но и в заграничные города и страны. Поэтому мы очень рады, ждем, кто же окажется счастливчиком. Нам очень приятно, что вы выбрали нашу авиакомпанию, летите именно с нами в Москву. Разрешите подарить вам небольшой подарок. Чувства приятные, поскольку такая цифра круглая и такая немаленькая. Тяжело ожидать, что ты станешь таким пассажиром 2 миллионов. Летим в Москву, деловая поездка на выставку. Очень надеемся, что цель поездки будет достигнута. Авиакомпании желаем наращивать авиаперевозки, и чтобы было и 3, и 10-миллионный пассажир. Каждый миллионный пассажир – это достижение. То есть чем больше миллионных пассажиров, тем, соответственно, компания становится крупнее, тем наращивает она объемы своих перевозок, увеличивает количество рейсов и так далее. Поэтому такая традиция очень приятна, значима и важна для авиакомпании. Авиаперевозчик Оренбургские авиалинии является дочерним предприятием Аэрофлота. Кстати, на днях на своем официальном сайте Аэрофлот объявил о финансовых результатах за первое полугодие текущего года. Так, пассажиропоток за первые 6 месяцев 2015 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выручка увеличилась почти на 26%. К группе компаний Аэрофлот, куда входят авиакомпании «Аврора», «Донавия», «Оринэйр», «Победа» и «Россия», присоединится крупнейший российский авиаперевозчик «Трансаэро». В настоящее время флот авиакомпании «Трансаэро» насчитывает 106 современных авиалайнеров. «Трансаэро» находится в тяжелом финансовом положении. Общий долг на 31 декабря прошлого года составлял 64,8 миллиарда рублей. При этом прибыль была только 7,5 миллиарда рублей. В конце прошлого года авиакомпания получила госгарантии на 9 миллиардов рублей и начала переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Буквально вчера стало известно, что 75% и одна акция авиаперевозчика «Трансаэро» перейдут в «Аэрофлот». Гульнара Тавлеталинова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.